Здравствуйте, меня зовут Лянка Грыл. В этом году я провожу свои каникулы в Нью-Йорке. И от своих друзей, подруг, актрис, я слышала очень много о Марке Эль Рафаэль. Марка очень известна, она готовит актрис красной дорожки и на церемонии «Оскар», и в Каннах. Поэтому ее репутация безупречна. Я решила попробовать процедуру на себе. Мне кажется, пришло время. И я надеюсь, что вам это тоже будет интересно. Здравствуйте, я Рони Трафаэль, создательница марки Эль Рафаэль. Сегодня я в нашем новом спа в нью-йоркском отеле Four Seasons. И специально для Bazaar.ru расскажу о трех вещах, которые необходимы для красоты кожи любой женщины. О кислороде, бриллиантах и деликатесах. Все они лежат в основе наших процедур. Итак, кислород. Без него наша жизнь невозможна в принципе. В возрасте 25 лет наша кожа начинает терять кислород и, как результат, стареет. У нас есть 9 процедур, действие кислорода в которых дополнено такими деликатесами, как белые трюфели и икра. Также бриллианты, лучшие друзья девушек, помогут сделать кожу не менее сияющей. По секрету, во время Каннского кинофестиваля мы предложим звездам протестировать абсолютно новую икорную процедуру. Кстати, теперь наши процедуры можно делать не только в отеле Four Seasons и Beauty Spa La Maison в Нью-Йорке, на улице Рю Дюрон в Женеве, в Мартинезе в Канне, но и в Москве. Мы гордимся тем, что теперь наши знаменитые кислородные процедуры и массажи будут доступны и для русских женщин. И в скором времени мы откроем еще один центр, который наверняка всех очень удивит. Здравствуйте, я доктор Рафаэль Гуминер, медицинский директор бренда Эль Рафаэль. Я собираюсь рассказать о двух наших самых известных процедурах, которые меняют цвет, текстуру и качество кожи. Одна наша самая известная – Oxytreatment. Она построена на том, что при помощи очень высокого напора воздуха в кожу поступают вода, кислород, а также те компоненты и ингредиенты, которые необходимы в каждом конкретном случае. Вторая наша звездная процедура – Diamond Treatment. Она создана для тех, кто заинтересован в моментальном эффекте. Ее очень любят делать звезды перед торжественными выходами в Каннах. Она представляет собой разновидность микродермабразии с использованием бриллиантовой пудры. Сияние и цвет кожи после нее просто потрясающие. Очень довольна результатом. Кажется, каждая девушка должна попробовать это на себе, потому что это удовольствие, это здоровье, это красота. И, наверное, особенно мои ощущения сильны, потому что в этом великолепном городе.